Здравствуйте, с вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале «Вязаные игрушки. Моя мастерская». И сегодня я хочу вам показать, как связать небольшой бантик. Выглядит он вот таким вот образом. Этот бантик можно использовать и как вот бантик для мужчины украшения, и как бантик для девочки. Да, то есть вот как у моей этой Хрюши. Подходит и для того, и для другого. Бантик можно связать из ниточек разной толщины. Тогда он получится по одному и тому же описанию разных размеров. Вот этот вот бантик связан у меня из ниточек Yarnart Jeans. А вот этот вот малюсенький бантик связан из ниточек Iris предельнониточного комбината Кирова. Посмотрите, какая разница в размерах. Я еще покажу вам в конце видео, как я использовала вот такие вот маленькие бантики для игрушек и куколок. Досмотрите до конца и увидите примеры использования вот этого бантика. Показывать вязание я вам буду на толстых ниточках. Это опять Yarnart Jeans, крючок номер 2. И также нам понадобятся с вами ножнички. Больше ничего будет. На самом деле вяжется он очень быстро, то есть буквально за 1,5 минутки можно связать. Но у меня будет дольше, потому что я вам буду показывать сначала на схемке, для тех, кто ориентируется по схеме. Итак, сначала мы делаем колечко амигуруми. И все вот эти вот петельки мы будем вязать в это колечко, а потом его затягивать. Здесь у меня обозначено начало. Набираем 3 воздушные петельки и в колечко вяжем столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушные петельки. И присоединяем соединительным столбиком. Это получится у нас одна сторона бантика. Вторая сторона вяжется точно так же. 3 воздушные петельки, столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушные петельки, присоединяем в колечко соединительным столбиком. Вот эту вот часть бантика вы ее сможете связать буквально за минутку. Делаем колечко амигуруми. Если вы еще не до конца умеете его делать, то вот на этом видео в правом верхнем уголочке прямо сейчас нажимайте буковку I и смотрите видео про колечко. Сделали колечко и в него сразу же набираем 1, 2, 3 воздушные петельки. Колечко снимаем и дальше будем вязать, вот так вот будем его держать, потому что крючок во время вязания мы будем вставлять внутрь колечка. Итак, сначала мы делаем столбик с накидом, дальше полустолбик с накидом, дальше столбик с накидом. Набираем 3 воздушные петли, вводим крючок опять в колечко и присоединяем правую половинку бантика соединительным столбиком. Вот она у нас готова. Можно немножечко подтянуть, но подтянем мы в конце окончательно. И левую половину вяжем точно так же. 3 воздушные петельки, столбик с накидом, полустолбик с накидом, еще один столбик с накидом, 3 воздушные петельки и опять присоединяем их, вводим крючок в колечко амигуруми, делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем, оставляя кончик длинный, он нам еще пригодится сейчас для формирования бантика. И для пришивания, если вы будете этой же ниточкой пришивать бантик. Сейчас мы превращаем наше колечко в то, что на... Сейчас мы превращаем наше колечко в бантик. Тянем за короткий кончик нити, который у нас остался в начале вязания, и затягиваем его. Чем туже вы затянете, тем ближе правая и левая половинка бантика будут друг к другу. То есть вы сделайте, как вам нравится. Дальше я ниточку закрепляю, то есть зацепляю и провожу через петельку на крючке. Подтягиваю. И сейчас, чтобы вот не оставлять бантик вот таким вот, мы начинаем вот такими движениями, обкручивающими назад, через центр бантика, впереди, сзади, впереди.
И вот я так делаю, например, 3 раза. Смотрю, чтобы вот форма бантика мне нравилась. Мне сейчас нравится. Что сейчас нам можно сделать? У нас не зафиксирован начальный вот этот вот кончик, поэтому здесь можно его или спрятать внутри вязания, или сделать узелок на обратной стороне. То есть получается, что вот это у нас обратная сторона бантика. Я делаю так 2-3 узелочка, так, чтобы они располагались на обратной стороне. И теперь можно или отрезать короткий кончик ниточки, или если вы хотите спрятать его еще надежнее, то можно вставить в иголочку и провести внутри вязания. Я отрежу этот кончик вот так. Вот так вот выглядит сейчас мой бантик, связанный с толстых ниточек Yarn Art Jeans. Значит, этот бантик можно использовать вот для вот такого девочкового украшения, да, то есть, ну вот мне нравится, как смотрится розовый бантик, да? То есть это вот один вариант на девочке. Второй вариант, мне он тоже нравится, можно использовать на игрушки мальчики, да, то есть получается вот такой вот нарядный вариант. Обещала вам показать, как я использую вот такие вот маленькие бантики, связанные из тоненьких ниточек. Покажу вам игрушку, она сейчас у меня еще черновая, я ее только связала, и сейчас вот пробую в разные варианты оформления. То есть вот такого жениха я связала, это пальчиковая игрушка, и здесь нужен маленький бантик. Вот я связала тоже из ниточек ирис, вот такого коричневого цвета, и теперь вот, может быть, я сделаю моему жениху вот такое вот украшение. То есть черный бантик, он сливается с черным пиджачком, а вот коричневый мне нравится, как смотрится. Такой бантик я использовала при вязании маленького принца. Смотрите дальше на фотографиях, вы увидите, как смотрится мой маленький принц с вот таким вот бантиком. Надеюсь, видео вам было полезно. И теперь ваши игрушечки, куколки могут быть украшены вот такими вот симпатичными и, главное, очень простыми в вязании бантиками. А смотрится симпатично, как вы считаете? Буду рада, если это видео вам пригодится, и ваши игрушечки станут еще наряднее. Светлана Цветкова.